Деревня Стренева, Тверская область. Недавно ко мне в гости приезжал известный питерский поэт, мой друг, однополчанин по кандагарскому ДШБ Илья Модестов. Подарил мне свой новый сборник стихов «Не бросая слов на ветер», где я взял стихотворение «Каблучок». И где? И что из этого получилось? Пара-па-пара-пара-пам, пара-пам, пара-па-пара-пара-пам, пара-пам, пара-па-пара-пара-пам, пара-пам, пара-па-пара-пара-пам. Я ехал прямо, не спеша, без вредных мыслей в голове. Ты по дороге мимо шла, тебя заметил я в толпе. Твой образ вел меня в экстаз, как под гипнозом я сомлел. И не сводя безумный глаз, я на тебя в упор смотрел. А ты на шпильке каблучок, чок-чок, челка лихо на бочок, чок-чок. На твой попался я крючок, чок-чок, и вот сижу как дурачок. Ты уходила, я смотрел, клаксон гудел, как заводной. Я зачарованный балдел твоей манящей красотой. Когда от шока отошел, то понял, что на мостовой всех правил нормы перешел. Так объяснил мне постовой, а ты на шпильке каблучок, чок-чок. Рухари с юбки на бочок, чок-чок. На твой попался я крючок, чок-чок. И вот сижу как дурачок. Суровый старший лейтенант совсем понять меня не смог. Он предложил свой прейскурант и прав решение монолог. С ним в общем было, как всегда, что на инспектора пенять. Одна лишь мучает беда, я не успел тебя догнать. А ты на шпильке каблучок, чок-чок, вырез юбки на бочок, чок-чок. На твой попался я крючок, чок-чок, и вот сижу как дурачок.